За хирургическим столом главный уролог России Алексей Мартов. Он руководит процессом. В руках барнаульского специалиста не скальпель, а игла для пункции. С ее помощью всего за несколько секунд обеспечен доступ к почке. Верхние чашечки. Дальше в работу вступает лазер. Он превращает камень в буквальном смысле в пыль. Измельченная фракция выходит с помощью специальной трубки. Весь процесс занял менее получаса. Вся тенденция современной медицины и урологии заключается в том, чтобы уменьшить страдания пациента. То есть если мы раньше, например, доставали большие камни через отверстие в почке, скажем, 1 сантиметр, то сейчас он 2 миллиметра. Такой метод стал возможен благодаря развитию лазерных технологий. Врачам удалось уйти от полостных операций к работе с пункциями. В Барнауле оборудования такого уровня нет, поэтому специалисты привезли собственное. Но в краевой клинической больнице обещают приобрести технику до конца этого года. Алтайский край является эндемичным районом по мочекаменной болезни. Естественно, потребность таких операций очень велика. И, естественно, мы хотим помочь этим пациентам с наименее травматичным, наименее инвазивным способом. Ежегодно тысячи пациентов края нуждаются в удалении почечных камней. С внедрением новой методики, говорит врач, щадящих операций станет больше. Период восстановления больных сократится с 10 до 3 дней пребывания в стационаре. Единственным противопоказанием может стать низкая свертываемость крови. Возрастных ограничений нет. Оперировать можно и младенцев, и пенсионеров. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.